Че, продолжаем? Наверное, заканчиваем. Ну, с основной игрой, в смысле. Там еще два дополнения, вроде как. Сика. Сика. Так, где проход? Через верх. У обнимавки. Чего? С козлом не обнимаюсь. Спасибо, Данич, за хост, привет. Я должен был запустить генератор. А, где он? Здорово, Данич. Угадал. Тот момент, когда Чик оказался умнее игры. Да лол, они сами убиваются. Мне вообще делать ничего не пришлось, они сами себя убили. Обгребанные провода. Ну ладно, ок. Я не против. Нет, 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 нет. Я хотел выйти. Марья Ивановна, можно выйти, пожалуйста. Ну, хорошо, покатались на лифте до Москвы. Конечно, катались в лифте до Москвы. Ну, значит, первый этаж — это дверь. Последний этаж — это Москва. После того, как Займ исчез, я остался стоять в изменчивом сне, которым было это место. Я должен был найти дорогу к дому. Я уже написал для себя дорогу через это место в рукописи. Я шел по образу тропы. Я написал, как иду через океан, преградивший мне путь. И там появился мост к острову. Образ дома мерцал во тьме. Я желал, чтобы дом был реален. И стало так. Нет, еще одна страница будет. Этот значок вроде как на харде, только страница находится. Ну, окей. Отступись! Фигушки. Воу.
Ёб твою! Чего? Это хамстер. Да ядрить. Тут не поспоришь, это шикарная игра. Ну, конечно, не всем нравится. Из-за однообразности. Ну, мне радовала всегда эта игра. Ни шагу дальше. Где? Элис никогда тебя не любила. Мы пришли. Чего? Тебе не победить. Ты обречен. Это плод воображения. Все это выдумал. Черт. Малыш, это был плохой сон. Просто очередной кошмар. Нет. Все хорошо. Ты дома. Это был не сон. Все хорошо. Включи свет.
Включи свет! Дорогой, свет отключили. Возвращайся в постель, а я помогу тебе забыть о страхе темноты. Хуй постель. Темнота? Это твой страх. Почему ты не боишься? Ты не Элис! Живо включи свет! Где он? Где щелкунчик? Алан, ты меня пугаешь. Иди в кровать. Ты принимал таблетки? Мне позвонить Хартману? Я прочла твою рукопись. Это великолепно. Уход – твоя лучшая работа. Ты гений. Кликер. Я так тобой горжусь. Иди в кровать. Поговорим. Фонарик. Иди в кровать, Алан. Пойду. Вернись в кровать, Том. Я не Том. Квадрок космонавт, прилетел. Тебе нужно добраться до дома. Она хочет помешать тебе, она не даст пройти. У нее нет сердца, оно наполнено тьмой. Ты должен заполнить его светом. Не первый. Здорово. Не обращай внимания, это мистер Скретч. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. И свой щелкунчик. Птица нам не нужна. Томас. Точка. Я больше чем уверен, что это тестовая локация. Они явно здесь тестировали что-то. Алло! Я шел по образу тропы. Путь. Я ухожу от тебя. Что? Я ухожу, Алан. Я встретила другого. О. И полюбила его. Элис? Нет. О чем ты? Ты не... Ты меня не любишь. И не мог бы, ведь ты не любишь даже себя. Ты только мучаешь себя работой, от которой тебе плохо. Нет, я люблю тебя больше всего на свете. Ты моя муза. Нет. Кто ты? Что ты сделала с Элис? Алан, что ты делаешь? Включи свет. Что ты делаешь, Алан? Хватит! Включи свет! Неправда. Ничего этого не было. Ты не моя Барбара! Том, отпусти. Обещаю быть хорошей. Прошу, развяжи меня, озорник. Я помогу тебе написать шедевр. Я буду любить тебя вечно. Нет, ты не Барбара Джаггер. Я ошибся. Не надо было мне тебя вписывать. Ты вернулась другой. Твое сердце полно тьмы. Убери нож, Томас. Положи его. Твое сердце полно тьмы. Это зико. Я вырежу его. Том! Я отправлю тебя обратно. Идрит там драма. Полно тьмы. Желал, чтобы дом был реален. Это Стайнер. Отвяжись от меня, Мегера. Где я? Отпусти! Элис! Элис! Я иду!
Твой муж отказался подчиняться. Теперь ты никогда не вернешь ее. Ой. Я гораздо старше тебя. Дырка в животе. Старше, чем твое первое творение. Тебе и правда сердце вырубит. Я найду себе новый облик. Того, чей сон освободит меня. Это стыдно. Получила Мигера. Ска. Surprise, motherfucker. Я ощутил присутствие Элис. Понял, что мне нужно сделать. Я знал, каким будет конец ухода. Есть свет и тьма, причина и следствие. Есть вина и есть искупление. Но равновесие всегда должно сохраняться. У всего есть цена. Вот где ошибся Зейн. Предстоит долгое путешествие через ночь назад к свету. Элис? Элис! О, нет. Приветствую тебя, Алан. Теперь заткнись. Алан! Переписал книгу. Фестиваль оленей начался.
Опа! Найтингейл был. Это не озеро. Это океан. Алан, проснись. Каждый раз. Чё, блядь? Вот каждый раз. На, кура, шах, хоба. Себя Данич, себя Стиджей. Не-не-не-не-не, Ground Control to Major Tom отменяется. Нет, спасибо. Нет. Песня, конечно, классная, но... Твич за неё выебет, дай боже. Эйджер там. Нет, я DLC пройду только сейчас. Да и все. Просто это реквест. Это Неймлес. Алан, проснись, ты обосрался. Давно не спал. Мне ремастер интересный. Ну только это, что-то я местами не совсем понимаю, что они вообще поменяли здесь в нем. Что он, блядь, весит на 50 гигов больше. Если честно, вот. Хз. Спасибо, Архимон. Я не помню, что там было. Сейчас узнаем. Первая Зельда душная. Да. Есть такое. Зейн. Sitting in the tin can. Дошел до 8-го данжа. Добро пожаловать в ад. Что тебе еще могу сказать? И вот эти вот гоняния с фармом ХП туда-сюда после смерти. Такая игра. Насчет данжа говна. Ну да. Только я про это и говорю. Данжа говна. Это ты еще до босса не дошел. Там еще и босс говна. Он невидимый. Короче, блядь, дамажит на пол хп. Охуенный. Такая хуйня, а не босс. Спасибо, Азикур. I can do ground control to my jertom. Давай. У меня друг под эту песню, короче, на Новый год уснул на стриме. Пел.
и уснул. Ну хули, не нужно отмечать с каждой часовой зоной. Новый год. Иначе все закончится. Ground control to Major Tom, и ты уснул просто на стриме. Не. Вот так вопрос. Спасибо, Босман. Да-да-да, именно так. Что-то еще сказать про ремастер. Ты даже не знаю. Озвучка норм, кстати. Ну, некоторые моменты меня смутили. Я, конечно, понимаю, что сейчас это, типа, ну, неважно, как в слое ударение ставить. Но, сука, так уши режет, некоторые слова. А в целом, вроде бы, норм. Единственное, ну, помимо ударений в некоторых местах, Пэта, я бы другого актера озвучки взял бы на Пэта, слишком голос молодой получился. Это очень странно, когда молодой чувак, короче, озвучивает деда, это очень странно звучит. Ведущую новостей. Что-то Найтингейла не помню. Он был в оригинале? Он стоял там? Я что-то реально не помню этого момента. Чтобы он там в темноте стоял. ФБРовец. И уж как тьма утащила, все, его больше не было же. А тот херак. Не помню, реально. Нам уже это DLC рассказывают вам. Почему это здесь? Странно. Мы же еще DLC не прошли, нам уже рассказывают, кто их делал. Норм. Китров много не бывает? Не, ну это само собой. Долгие титры были. Мы Doom вон когда прошли. Там титры были 15 минут. Или около того. Жесть.
Как был Властелин колец прям. Песню специально записали для игры Children of the Elder Gods. Интересно. Я думал, это какая-то песня существующая. И вилчика без кепки. Red Cross. И чё? Каирь, красавица. Какой